Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим с вами на такие темы, как ударение, редукция и ассимиляция в русской речи. Вы уже знаете, что звуки в речевом потоке не могут произноситься изолированно. Мы слышим их как одно целое, связанное звуковое ядро. При этом процессе осуществляются различные взаимодействия одних звуков на другие. Вот об этих процессах фонетики, фонетических процессах языка, мы и будем говорить сегодня на нашей лекции. Сегодня мы рассмотрим с вами следующие вопросы. Что обозначает термин ударение? Типы ударения в русском языке. Физические свойства словесного ударения, разноместное и подвижное русское ударение, что такое редукция, влияние редукции на гласный, определение и виды ассимиляции. Что обозначает термин ударение? Вы уже знаете, что речь человека делится на отдельные интонационные и законченные по смыслу фрагменты, высказывания, отделенные друг от друга паузами. Высказывание, в свою очередь, может быть разделено на меньшие отрезки. Их принято называть речевыми тактами или синтагмами. Синтагмы – это ряды звуков, также отделенные друг от друга паузами. Однако паузы – это более короткие по сравнению с теми, которые делят высказывания. Так как во время речи человек произносит группы слов неразрывно, синтагма не соответствует слову. Один речевой такт может содержать несколько фонетических слов, а служебные слова в таком случае – примыкают к знаменательным. Слова непосредственно делятся на слоги, состоящие из звуков. Слоги же, составляющие фонетическое слово, если их больше одного, могут быть совершенно разными. Один из слогов всегда будет выделяться посредством определенных акустических признаков. Это выделение и называется ударение. Типы ударения в русском языке. Итак, ударением принято называть выделение одного из элементов речи – слога, слова, синтагмы и тому подобное – каким-нибудь из следующих акустических средств. Силы, интенсивности артикуляции, долготы, особой длительности звучания, изменения голосового тона. В зависимости от того, какой именно компонент речи выделяется, ударение может быть словесным, синтагменным, фразовым или логическим. Синтагма может включать в себя несколько слов, а значит и не одно ударение. Однако эти ударения не будут одинаковыми. Одно из них, обычно более сильное, оно падает на более значимое в смысловом плане слово. Оно выделяется на фоне с другими, более слабыми. Это ударение называют синтагменным ударением или ударением речевого такта, тактовое ударение. Остальные же являются ударениями слова или словесными ударениями.
Надо понимать, что одно из словесных ударений в то же время будет являться и синтагменным. Речевые такты, которые входят в состав целой фразы, тоже различны. То ударение, что приходится на более важную в смысловом отношении синтагму, в целой фразе высказываний называют фразовым ударением или ударением высказывания фразы. Одно из синтагменных ударений одновременно будет являться и фразовым. Синтагменное и фразовое ударение еще именуют как логическое. Из этого видно, что в любом развернутом высказывании присутствует сложная иерархическая система ударений. Мы в нашем сегодняшнем разговоре остановимся на вопросах словесного ударения. Физические свойства словесного ударения. Выделение ударного слога производится разными путями. Чаще всего это происходит от усиления выдыхания или изменения тона, высоты звука. В соответствии с тем, за счет какого акустического средства происходит выделение ударного слога, различают и типы словесного ударения. За счет силы, интенсивной артикуляции, это динамическое или силовое, экспираторное, выдыхательное ударение. За счет долготы, особой длительности ударного слога, это количественное или квантитативное долготное ударение. За счет выделения голосового тона ударного слова на фоне остальных безударных, которые звучат нейтрально. Движение тона может быть восходящее, нисходящее или комбинированное. Это тоновое или музыкальное, мелодическое, тоническое ударение. В языке названные средства могут действовать самостоятельно. Так, в чешском языке ударение динамическое. Ударный слог выделяется силой голоса. В корейском тоновое, ударный слог отличается по тону от безударных. В новогреческом языке количественное, которое, кстати сказать, встречается крайне редко. Обозначенные средства чаще действуют вкупе. Так, изменение тона ударного слога может сопровождаться и его усилением. Такое наблюдается, например, в шведском и литовском языках. В современном русском языке выделение ударного слога получается за счет усиления выдыхания и большей напряженностью голосовых связок. С точки зрения акустики ударный слог слышится более громким по сравнению с безударным. Однако ударный слог звучит не только громче, но и дольше остальных, протяжнее. Поэтому русское литературное ударение можно определить как количественно-динамическое. Разноместное и подвижное русское ударение. При динамическом ударении его место в слове может являться фиксированным, то есть всегда располагаться на одном каком-либо слоге, или нефиксированным, то есть в разных словах падать на разные части слова. В одном на начало, в другом на конец слова или середину. Например, ударение «всегда» падает на первый слог в чешском языке, на предпоследний в польском, на последний во французском. Это все примеры фиксированного одноместного ударения. Однако бывает и фиксированное разноместное ударение, как, например, в итальянском, где ударение может падать и на последний слог, и на предпоследний,
и на третий с конца. Русский язык является примером языка с нефиксированным и подвижным ударением. Оно может падать на разные слоги в различных словоформах одного и того же слова. Например, начать, начал, начала, начнешь, начатый, начав и так далее. Неподвижное же ударение – это такое ударение, которое не меняет своей позиции при изменении словоформы. В русском языке немало примеров такого неподвижного ударения. Торт – тортом, торты – тортами, или звонить – звонит, звонила – позвонит. Даже в приставочных образованиях ударение не меняет своего места. Разноместность и подвижность ударения в русском языке используются для разграничения слов. Так, одинаковые по написанию и составу фонем слова могут различаться только позицией ударного слога. Сравните. Мука – страдание, мука – продукт. Замок – дворец, замок на двери. Атлас – географический, атлас – ткань. Уже – сравнительная степень от узкий, узко, уже – наречие. В некоторых случаях различное место ударения указывает не на новое значение слова, а разграничивает либо стилистическую окраску слова, либо его словоформы. Девица – общеупотребительный вариант. Красна девица – фольклорный. Молодец – похвала. Красный молодец – фольклорный вариант. Руки – множественное число, именительный падеж. Руки – единственное число, родительный падеж. Воды – множественное число, именительный падеж. Воды – единственное число, родительный падеж. Подобные слова и формы называются, соответственно, омографы и омоформы. Что такое редукция? Влияние редукции на гласные. С ударением в русском языке связан такой фонетический процесс, как редукция. Вспомним, что редукция – это позиционный процесс, суть которого заключается в изменении гласного звука в безударной позиции. Изменение это может носить качественный и количественный характер. В зависимости от этого выделяют количественную и качественную редукцию. При количественной редукции происходит сокращение временного отрезка, который занимает артикуляцию гласного звука, причем степень временного сокращения зависит от расположения по отношению к ударному слогу. Так безударные гласные звучат короче, чем под ударением. Причем во втором предударном и во всех заударных слогах длительность звучания намного короче, чем в первом предударном. Однако качество звука, то есть его основные характеристики, подъем и ряд, при количественной редукции не меняется. Смыслоразличительную функцию при таком типе редукции звук не теряет. Буран – метель, пурга. Баран – животное. В русском языке звук «у» во всех позициях, а также звуки «ы» и «и» в отдельных, особенно в предударных слогах, испытывают только количественную редукцию. Поэтому при записи звучания в транскрипции их передают теми же буквами, что и ударные – бумага, дымок, лиана. Если при первом типе изменения гласного звука касаются только длительности его звучания, то при втором типе качественной редукции изменения касаются еще и самого качества звучания.
То есть изменяются основные характеристики гласного звука. Сравните «взгляд» и «глядит». В русском языке такому типу изменения подвержены в некоторых условиях безударный гласный «а» и всегда безударные «о» и «э». При этом происходит совпадение этих редуцированных звуков с другими. Они теряют в безударном положении смыслоразличительную функцию «лиса» – множественное число существительного «лес» и «лиса» от слова «лис». Нет «сама» – родительный падеж существительное «сом» и «сама» – местоимение женского рода. Степень редукции, которую претерпевают гласные звуки «а», «о» и «э», также зависит от расположенности безударного звука по отношению к ударному слогу, от типа слога «открытый» или «закрытый» и от характеристик согласного звука, что стоит перед безударным гласным. Рассмотрим качественные изменения русских гласных в безударных позициях. Сначала отметим, что различают редукцию первой и второй степени. В начальных открытых и первых предударных слогах наблюдаются редукция первой степени, в заударных и во вторых, третьих и так далее предударных, редукция второй степени. Если гласные звуки «а» и «о» оказываются в безударной позиции после твердых согласных, то в начальном открытом и первом предударном слогах, то есть в позициях редукции первой степени, они ослабляются в своем тембре и по звучанию совпадают со звуком, очень близким к «а». В транскрипции его принято обозначать крышечкой. Например, «вол» – «вал» и «валы» – «валы», «вода» – «трава». Гласный «э» в первом предударном слоге после твердых согласных заменяется редуцированным «ыэ», который похож на слабый «ы» с призвуком «э» – «жена». Подобный звук встречается и на месте безударного «а» в словах «лошадей», «жакет», «жилет» и его производных. Нет лошадей, жакет, жалеть. После мягких согласных безударные гласные «а», «э», а также «и» в первых предударных слогах становятся похожим на звук «и», «э», «и» близкий к «э», или, как еще говорят, «и» с призвуком «э». Пятак, в лесу, пирог. А что интересно, происходит с гласными в позициях редукции второй степени, когда гласные «а», «о» и «э» оказываются после твердых согласных в заударных слогах и в предударных, но не в первом предударном. Они изменяются и звучат как неясный, редуцированный, твердый знак, очень короткий, средний между «а» и «ы». Для обозначения используется буква древнерусского языка «ер», которая обозначала когда-то даже ударный гласный звук. В некоторых современных славянских языках, например, в сербском и болгарском, этот звук также бывает под ударением. В современном русском языке только в безударных позициях – караван, водяной, компьютер. После мягких же согласных в заударных слогах, а также во вторых и последующих предударных на месте – а, о, э, также происходят изменения, они переходят в звук «ерь», редуцированный, очень короткий «и». Например, такой звук можно услышать в первом слоге слова «пирамида» или в заударном слоге прилагательного «беличий». Определение и виды ассимиляции.
Уподобление звуков называют ассимиляцией. Она всегда возникает между звуками одного и того же типа, между согласными или между гласными. Именно поэтому ассимиляция может быть полной. Это происходит, когда два разных звука в результате взаимодействия становятся совершенно одинаковыми. Или частичные, изменяется только несколько признаков звука. Процесс ассимиляции основан, как и аккомодация, на приспособлении отступа предшествующего звука и приступа следующего за ним. Ассимиляции тоже могут быть прогрессивными и регрессивными. Но в отличие от аккомодации, уподобление наблюдается не только среди соседних звуков. Тогда мы имеем дело с контактной ассимиляцией, но и среди звуков, которые находятся на расстоянии друг от друга. Такая ассимиляция называется дистактной. Диссимиляция представляет собой обратный ассимиляции процесс. Это расподобление звуков. Из двух одинаковых или подобных звуков получаются два разных, менее подобных звука. Это происходит в связи с тем, что звуки утрачивают общие для них фонетические признаки. Пример такого изменения можем наблюдать в слове «легкий». В результате ассимиляции соседних звонкого «г» и глухого «к» звуков образовалось сочетание двух одинаковых глухих звуков «к», «к», которое, в свою очередь, перешло в сочетание двух разных «х», «к». В русском литературном языке диссимиляции не характерное явление, однако она наблюдается в живой ненормативной речи, в диалектах просторечий. Остальные комбинаторные фонетические процессы основаны на названных тенденциях, на ассимилятивных или диссимилятивных. Так, разновидностью ассимиляции можно считать сингармонизм гласных, то есть уподобление всех гласных звуков в слове по некоторым признакам, например, по ряду и способу образования или по лабиализации. Сингармонизм гласных распространен, например, в тюркских и в африканских языках. Как разновидность диссимиляции выступает эпентеза. Эпентеза – это вставка согласных между гласными. В русском языке чаще всего, в случае звучания двух гласных, между ними могут стать «в», «и» или «и». Например, в просторечии «какао» может звучать как «какава», или звук «в» в литературных формах прилагательных и местоимений мужского рода в родительном падеже единственном числе – синего, синего, таково, такого. Есть фонетический процесс, который основан и на ассимилятивных, и на диссимилятивных тенденциях одновременно. Это метатеза, то есть взаимная перестановка звуков. Чаще всего это звуковое изменение – встречается при заимствовании слов из других языков. Также метатеза может появляться при переходе слова из литературного языка в диалекты или просторечие и в речи детей, когда они осваивают взрослую речь. Примером метатез в русском языке может служить следующее. Русское имя фрол появилось из латинского флорис – цветок, где л и р поменялись местами. Корень нерв в словах нерв, нервный, нервничать происходит от латинского нервус, тогда как в греческом было нейрон, отсюда невроз, невролог.
просторечный коридор вместо коридор, перелинка вместо пелеринка. В русском языке встречается и пропуск одного согласного звука в группе согласных звуков. Лестница произносится без «т», сердце без «д», чувство без «в». Этот фонетический процесс получил название диереза. Объясняется это явление удобством произношения. Когда рядом оказываются два одинаковых или очень похожих по звучанию слога, один из них может выпасть. Такой процесс называют галопологией. В результате этого фонетического процесса в русском языке появились, например, слова «курносы» и «скорноносы», что произошло от глагола «корнать» и существительного «нос». «Радушие» из «радодушие», «трагикомедия» из «трагикокомедия», «просторечная бензоправка» вместо литературного «бензозаправка» и другие. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя лекция. Вы узнали о таких важных процессах речи, как редукция, ассимиляция, диссимиляция. Мы также разобрали с вами типы ударений, среди которых синтагменное, словесное, фразовое и логическое ударение. Далее вы узнали, что редукция – это позиционный процесс, суть которого заключается в изменении гласного звука в безударной позиции. Существует количественная и качественная редукция. Напоследок мы говорили с вами об ассимиляции, то есть уподоблении звуков, которое всегда возникает между звуками одного и того же типа, между согласными или между гласными. Надеемся, что наша лекция оказалась полезной и интересной для вас.